консультирую, это очень интересный фильм, тоже очень-очень советую. А, все. После такой прибытии, которая и так затянулась, я вспомнила, что забыла вам сказать про то, почему года тоже тебе нет. Кто не знает, почему года тоже тебе нет? Ну, вас помочь. Не знаете, да? Года в последние двух третьих своего творчества стал таким очень левым режиссером. Если кто-то не видел его фильм «Социализм», я вам его не советую смотреть, если вы не очень глубоко в сути кино. Но для общего развития можно. Он весь цитатный, говорят, его последнем фильме, я его не видела, и, собственно, пока еще у нас нет что-то прокат, насколько я знаю, «Прощай речь», вообще нет ни одной строчки, написанной когда. Там все цитаты откуда-то. И Годар некоторое время назад, это годы 70-х, взял и решил ввести вот эту вот идею социалистического фильма до предела. А идея социалистического фильма в пределе, представляемая Годаром, это идея фильма без автора. Что он делает? Он очень будет уверенно. Он организовывает группу, где было некоторое количество режиссеров, некоторое количество операторов, некоторое количество всех. И фильмы, выпускаемые в период с 70-го по 82-й год, он подписывает не фамилии, что режиссер Годар, там действительно была группа режиссеров, а подписывается это режиссер, кавычки, группа «Дзига Вера». То есть это фильмы без автора одного индивидуального человека. Если их смотреть, там, конечно, много Годаровского, но по большому счету это действительно очень интересный эксперимент. Такое продолжение развития традиции «Дзига Вера», не документалистики, а автора кино. Все, господа, на этом моя прелюдия к фильму закончена.